Только учтите. Я опять записываю. Так, тебя пригласить нам? А не то, чтобы прям надо. А как драться? Ну, как? А, на shift. Да. Начать игру, что ли, надо? Да. Боринга Дмитрий. Просто в этом окне создаешь все и присоединяешься. Цвет туники чуть белый. Я красный и конь красный. Может, я собираюсь играть на магом. Да подожди, ты что-то не квакаешь своим приглашением. Мысли, ты что с персонажем? Нет еще. Мысли. Вот теперь создал. Господи, мужик какой страшный получился, с ума сойти. Он меня дважды попросил пароль и два раза зашел в игру, блин. Тем мне попросил пароль, чтобы зайти в меню приглашения, потом попросил. Да не хочу выходить, главное. Ты ебанулся, что ли, блин? О, Макс. Будет кого ебать в игре, хорошо? Пойду я отсюда. Развлекайся. Ладно, надо квестик взять. С той женщиной. Да, сатир. Как ты ускорить-то? Можно скипить, наверное. Крестьяне не могут попасть на поля, а наши запасы продовольствия заканчиваются. Пошлите, там на поле убивают лошадь. Еще квест. Окей. А класс тут можно будет выбрать или что? Там в зависимости от оружия и... Ну, в общем, как в этом. Как в Гримдауне. А где лут? Кожные доспехи. Эй! Да... А чё, лут один на всех, что ли? Видимо. Да вы чё, с ума сошли? Так что пошли в Гримдаун лучше играть. Там у каждого свой. Моя лошадь спасена. Спасибо тебе. Но я не один попал в беду. Беспокойная деревня задание. Сейчас, а как бы карту увеличить, а? А, вот. Здравствуй, я Эссон. Капитан стражи этой маленькой деревни. Мы еще держимся, но что толку? Если чудовище уничтожит поля, нам конец. А все этот проклятый шаман. Диамет в отчаянии рвет на себе волосы. Проклятый. Сами боги благословили воду в этих фонтанах. Говорят, что если ты прикоснулся к фонтану. Добро пожаловать! Я Диамет, староста этой деревни. А вы куда рванули? Не знаю, я которые квадратики желтые, просто текст какой-то. Нам нужна помощь. Ну, торговец есть. Поставщик. И все равно денег нет. Где сколько денег у меня подписано? Где деньги? 500. Вилли. 507. Деньги. У меня 500. Конечно, 507. Подобрал 7 монет. Нужно подготовиться. Всего хорошего. Ладно, тут продают посох. Возьму себе посох. Не, ну охренительно, конечно. Возьми, держи. А чё это? Альт нажми. Это чё, женский, что ли? Всё, я купил себе посох, я могу делать вот так вот. А у меня есть лук. Кому надо лук? Ну, факел ещё один. Погоди, так а чё тут с классами-то, я не пойму? Я сам не знаю. Зависимся от того, что возьмёшь. Я вот взял посох, теперь я маг. Дальше, когда получишь уровень, там уже сможешь выбирать нужный тебе класс. Как в Гримдауне. А хилки где? Чем хилки? Это вы что, вот на всех? Да, у меня тоже нот хилок. И у меня ноль. Сзади. Идите вообще-то танкуйте. А, сейчас. Пошли, у меня хп нет. Нашел. Нашел танк. Ни щитов, оп, ничего. Опс. К
кого сейчас убьёшь? Не в ту сторону кабана гонишь, балбес. Дура, стой! Куда побежала? Да у меня жизни, видите, сколько осталось? Нет. Нет. А, сверху вижу, да. Где? Слева в углу. А чё не бьёт? Эй. Чё это было сейчас? Не знаю. О! Идите вообще сами танкуйте. А! Да шо ж вы не туда убегаете-то, блин? Вокруг меня бегайте. Да я читаю, потому что. Расчитался. Чё, левап, что ли? Или чё, чё? Не знаю. Нужен медный топор двуручный? Давай. Медный ручной топор. Давай. Вы между друг другом. Бросил. Обменивайтесь. Идите вообще танкуйте. Я что бы должен танковать? У меня хп нету. Я вижу, хп останавливаю. Чё ты не танкуешь? Чё мы должны? Мы ещё даже не прокачаны, ни щитов, ничего. Кружу всех. Впереди сундук. 50 хп осталось. Дима, давай ты танкуй, ты этот. Ага, сейчас нашли, идиот. Они, блин, второго уровня некоторые. Танкуй, блин. Хилки! Стени забирай. Я одну схил, одну забрал, одну схил. Да, стреляйте, блин, стою, держу их. Пытаюсь. Ну, мне одну. Ну, мне-то одну дайте, алло, все сожрали, блин. Как разделить? Я ни одной не взял. Как разделить? Блин, одну возьми. Жадный. Я выкинул все, вот все выкинул. Я съел одну, выкинул остальные. Вот одну. Можно постоять, тут автоматически отхил идет, если что. Я тоже одну взял. Все. Нам куда идти? Зачистим здесь. Нам куда идти? Ну нам лутас, так понимаю, надо деться. Айда вот эти вот пролить, козлов. Да вот сюда, может идти, там наверху должен быть этот квестовый. Пизди всех, качайся. Пизжу. Нужны деньги. Какой-то медный судис. Что такое медный судис? Подбираешь лук, и ты лучник. Нет, какой-то... Левелап. А как прокачаться? Кого? Не знаю. У меня нету левелапа. Аналогично. А, во. Так, ловкость, сила, интеллект, жизненная сила. Ну, через силу, чтобы качаться. Вот, теперь у меня левелап. Ну да, в ближнем бою буду драться. И у меня тоже. А, вот. Вижу. Ой! Нас бьют. О, заклинание. Чего? Дух, защита. Цель защитника стоит. Так, очки жизни, очки энергии. Кем будешь, Кузьмич? Я могу что-то за танка за это заделаться. В тянку? Ага. Я буду энергичным. Дай почитать, ты что тут жизнь увеличит, очки жизни, энергия. А, тень это типа рога. Природа друид. Охотник это лук, пиромант, воин является мастером нанесения физического урона, но он не... Ага, есть ратник. Ого, выбор мастерства. Но ратное дело да, это... защиту возьму. Я буду танк сделать. Ты ратное дело взял или что? Танка с щитом. Ага. А я землю возьму. Ну я тогда стрелком буду, хуй. О, я могу взять этот ваше оружие этим накачивать, делать его огненным. Так, а как скиллы помещать на панель? А черт узнает. Кард, не нашел, как скивы на панели нет, помещать? Пока. Я пока только прокачался. А, щелкать правой кнопкой на нужные кнопки и выбрать скилл. Ага, у меня пока нету. Зараза. Герой дразнит врагов. У, агро. Угу. А как понять, пассивный либо активный? В смысле, блин? А, это пассивки у меня. Смотрите, что я умею. Я понял. Мне нужен щит. Кстати, тут это можно настраивать, вот чтобы, допустим, чтобы серое не показывалось. Дай-ка я сделаю так, чтобы мне серое не показывалось. Мне пока нужно все, чтобы продавать деньги были.
Серый это на кой черт? Продавать. Батюшки. Так, не подает. Мне бы лук. Ребят, никто лука не видел? На, на. Дайте, пожалуйста. Все сгреб, а? Ну, капец. Это было в самом начале, когда мы убивали лошадь. Да, конечно. Взял лук, нет? Взял. А стрелы к нему нужны? Не знаю. Попробую пострелять. Нет, а, не нужны. Так стреляю. Пошли быстренько к торговцу, может, не куплю, если быстренько бегаю. Пафли, пафли. О, факел. Так, зачем вы пошли? За щитом. А, у нас ниже нет еще телепортации. Ну, мне нужен щит. Продавать. Я перетаскиваю. Щит купил. Я тебе тоже что-нибудь куплю. Денег мне 140 осталось после щита. Так, а ты что? Так, ого. 5 щита. Так, ну серые луки смысла я особого не вижу покупать. Вообще, вспоминая Диабло, смысла что-то тут покупать, по-моему, особого нету. А как? Ну, в начале-то есть. Что-то там автоматически, а он автоматический лукер, что там, все, я понял. Зараза, все, что продается, все дороже, чем то, что мы есть. Проехали. А мне и денег не хватает, чтобы что-то купить. Че, вас жду в поле в этом? Надеюсь, мы еще увидимся. Иду, подожди. Да, мне девку надо было брать, но тебя лучник. Куда? Направо, налево, пиши. Прямо? Вот сюда говорили. Давай, веди. Может, задание отмечено. Пиздим всех подряд, качаемся. Ну да. Видите? Вы стали поджигать ударами. Я не вижу. Интересно, а на сколько это времени? Ты что ли что-то прокачал? Че это? А, вот я поджигаю, да, вижу. О, там какой-то лук лежит. Да ладно. Основной. Я нашел. Я нашел чувака. Зачем этих убьем? Мелких. Сейчас, погодите. Мне нужно хп бы. Я в него стреляю. Бью чувака. Крепкий. Я пожал чувака. Ну пак. Лучник танкует, ну логично, блядь. Ну, я бью. Ай, сука, подыхаю. Чего он-то не хочет-то? Бегай, бегай. Все, меня бьет. А, нет, мага бьет. И они бьют. Посох. Ну, подожди, вы смотрите, что там у кого, потому что нахрена я тебе. Посох оставил. Я взял посох. Я выкинул. Че? Это поручни, есть? Это же энергия, это Максу. Он же у нас колдун. Значит, я оба вещи забрал. Алтарь восстановления. Кожаный нагрудник надо? Заберите кожаный нагрудник, пожалуйста. Ребят, к алтарю восстановления подойдите. Кожаный нагрудник. Я там кожаный нагрудник выкинул. Угу. Да у меня, по-моему, есть. Подождите секундочку, я посмотрю, что у меня там. Ну, упадало. 3-1. Да они одинаковые абсолютно. Физической силы, стойкости, баклер ловкости. Так, это щит. Защитные поручные способности. У меня в любом случае то, что у меня упало на третий уровень, я пока не могу их надеть. Опа, необходим уровень 8 на щит. Лук это же проникающий урон, да? Наверное. Да. Значит, ловкость. Никому не нужен кожаный доспех на 7 защиты. Не, у меня есть. Я поменял только что. Поручные способности, холод, энергия, оборонительный. Слушайте, защитные поручные способности, это тебе Кхар, наверное. Давай. Ну, по логике-то. Они и... все равно на... не дают защиту, сопротивление холоду, восстановление энергии, оборонительные способности, уровень 3 нужен. Мне, по факту, бы... чуть на атаку. У меня так как ДДшник прям. Подожди. Мы что-то, по-моему, профукали. Или нам что, к заданию надо идти выполнять, что ли, что? Ну, что тебе надо? На, держи. Че? Давай, что там? Я сейчас читаю. Вернуться в деревню нам надо. Подожди, сейчас я прочитаю. А, уровень игрока 8. Смешно. Ща одену.
Ну, что, пошли в деревню. Пошли в деревню, да. Езжаем. Ну, в принципе, ничего так весело, мне нравится. Конечно, немножко режет глаз старина, но... Да. Аж олдскул свела. Так, кому тут... Кхарм говорит. Макс, иди сюда, сдадим задание. Да-да, бегу. Могущественный шаман побежден. Поразительно. Ага. Если нажать на это диалоговое окно, его можно проматывать. Да. О, награда 1000 золота. Купить. Лучше бы уровень дал награду. Восстановление энергии. Восстановление. Дубинка или топор? Там дубинка лучше. Наши поля и жизни спасены. Мы благодарим тебя за это. А вот это вот какой-то погонщик тут. Добрый день. Склад. Перед... А, это... Твои вещи здесь. Я понял, да. Готовится к путешествию. Это этот. Купи здесь то, что тебе... Блин, писал бы хоть на что это. Написано просто, как название этой фигни, а не на что надевается. Какой слот. 14, 5, 11, 3, у меня осталось 651, и на это мне не хватит ничего. Аналогично. Ладно, надо хилки, надо хилки купить, вот что я знаю. Чего уже нет. Хотя бы чтоб 5 что было. Ну, в общем, я прикупил по мелочи всякой фигни. Фига себе, хилки по 120. Так, нам надо все. Куда-то. Куда нам надо? Ой. Разговаривать со всеми квадратиками? Нет, с восклицательными знаками. О, ну, там задание снизу. Портал внизу активируется. Можно было раньше его активировать. Все, портальчик есть. Окей, охуенно. А задание я, кстати, не вижу. Вон задание, Сказали с генералом поговорить. Да, вон значок. Где? Слева, сверху. Пройти нельзя, я понял. Нам пройти нельзя. Но это же забор. В два камня, ты вдумайся. Он тебе по колено, ты понимаешь? Я, вы куда? Не к этому разу? Знаку, вот знак. А. Вот мне сюда вот висит. У тебя висит? Почему-то. К лошади. Да. Мы пошли к лошади. А мы бедному фермеру квестину сдали. И нет. Я сдал. Я вроде сдал. Да-да-да, новый квест дает. Что мы будем делать, если чудовище вернутся? Нам нужно найти в спарте Леонида. Пошлите в спарт, искать Леонида. Фу. Подожди, а чё мне ничего не дают-то задание? Что-то я не понял. Подали задание. Задание. Желаю удачи. Лошадь темнее. У меня висит здесь по лошадь темнее. Так, доп задание нету. Основные задания спартанцы на войне. Где задание посмотреть? Вот сверху. Окно персонажа, окно умений и следующий журнал заданий. Сверху слева. А, спартанцы на войне. Найти спарте Леонида. Сейчас, секундочку. Надо найти Леонида. Леонида? Да. Если что, здесь можно эти миксовать. Кого? Классы. Да, это понятно. Ну что, пошли куда-нибудь? Ищем Леонида. Так нет, я так понял. Ну давай искать Леню. О, во, чувак какой-то выскакивает. Стой! Вон какой-то с квестом. Никас пастух, иди ко мне. Где? Вот. Мы перегоняли овец домой, и внезапно на нас напали сатиры. О боги, они схватили Тельца и утащили его в пещеру. На дорогах стало опасно. Теперь везде опасно. О, дополнительное задание. Чудовище, разбойники. А где оно? Топ задание. Сейчас, погоди, карту посмотрю. Правда, на карте что-то не отмечено, ниху. На карте ничего не отмечено. Это вы там орёте? Да, Тагро. Твоё агро очень гро. Да, я чуть не обосрал от твоего агро.
Ой, я нашел алтарь шипов. Шипун. Теперь я шиповный. О, заживляющая снадобье упал. Да я возьму, пока у меня... Да что, что он не дерется, он стоит на месте. О, ёлка. По-моему, надо бежать. Ой, я его оглушил. Нифига себе, тут третьего уровня еще. Надо как-то разводить. Не, убиваем. Так, а чё я сюда так побежал? Тут золото. По-моему, я успел. Да, я заметил. Немножко лут. Луки. О, кстати. Грубый лук. Ставьте луки, все несложно. Что тут как-то странно с отображением. О, нож разрушения, кому нужен? Медный нож мне точно не нужен. Да, третий уровень требует. Тут разные кнопки для отображения. Бутыль. Еще один сундук. Хорошо же. Кожаные шлемы упали. Ну, белые. Дука. Посох и медный. Чё? Мне, кстати, нужны. Ты не можешь нести медный венок. Я перегружу. Я нет. Ты мне говоришь, что ли? Я оставляю. А нечего подбирать все подряд. Шлем. Ой. Шлем регенерации. Да, заберите, кто там ближник. Дай, дай, дай. Скинул. Восстановление энергии в медные поручни возьмите. Это уровень. Тебе, где? Наверное, около меня валяются. Че, к торговцу не побежим продаваться? А че, бежать-то? А ты посох не будешь брать? А мне-то зачем? Телепортация, как телепортироваться? Да. О, третий уровень. Че, уже уровень, блин? Ладно, я подберу все, что вы не подобрали, и пойду продамся. Я уже ушел. Я тоже пойду. А, пункт назначения надо выбирать. Оу, черт, я случайно нажал. Ну не мешай, блин, дай прокачаться, ты ёперный карась, блин. Сказал бы. Сказал бы. Да как телепортироваться? А чёрт его знает. Ну, нажимаешь на телепортацию, появляется телепорт, нажимаешь на телепорт, выбираешь точку телепортации. Да ты уж... Да ты уж дошел. Объяснил, так объяснил. Ну, я-то переназначаю кнопки, я не помню, на какую там телепорт назначен. Мысленно твой в тот телепорт попал. Чего? Есть то, что тебе нужно. Видимо, между союзными телепортами... А, вон, под картой... Я уже лежал, лёжьте, пожалуйста. Всё, это телепортнулся. Всё сделано. Денег ни на чё не хватает. До свидания. Ладно, пошли дальше. Ну, классика, классика любого диаблоида в начале. Бегаешь, собираешь, что лежит, да? Все, относишь к торговцу. О, ночь наступила. Где? В игре.
Мне светло. Кто-то ножик выкинул желтый, а я подобрал. Блин, где? Ага, это был мой телепорт, я к нему вернулся. И он закрылся. О, у меня третий уровень. Это хорошо. Третий уровень, это замечательно. Теперь мне нужен четвертый. Что-то пока что лучник это какая-то хуета, извините за мой французский. Да не бегай ты, да я его убью. Если я не буду бегать, он убьет меня. Кстати, Карм, если ты хочешь к нам, мы можем просто тебе телепорт поставить. Я только что был у вас. Я тут сундук нашел. И мимо вас только что пробежал, лжи. Блин, тут эти надо. Надписи надо себе как-нибудь включить. Над кем? Над своими. Кстати, да, показать уровень, заблокировать сбор. Только текст боя, только критический урон. Не то, клавиша, звук, графика. Курсор, тройная буферизация. Блин, хер знает где это. Нам это... О, пещера. Я нашел пещеру. Господа, я нашел пещеру. Иди. Я же говорю, я зачищал, тут были сундуки. А. В пещере ты зачищал? Не слышал. Медный венок. Секунду. Вот это, наверное, Кайн. Кайн, ты видишь, может, мне кто? Меня сейчас убьют. Кузьмич, надержи. Что-то интересное. Меня сейчас убью. Так я же тебе говорил, я сверху зачищал. Ты вот мог подойти ко мне, например, чтоб наверх. Там-то зачистили бы. О, грубый бак я упал для кого-то. Че, идем внутрь? А, тут такая пещера. Да, тут нет таких ходов. Я привык к загрузочным экранам. Ну да. Обычно в приходе. Ты будешь драться, стоит на месте, смотрит. Это желтых вещей мало падает. Не хочу подбирать ничего, кроме желтого. Ну да, согласен. Че, просрался? А не четвертый так-то. Я заметил. Но не все. О, магический сундук. Ой, девка какая-то. Ты человек? Дайте мне тоже золото, блин. Меня даже здесь. А нет, это мужик. Я уже думал, что скоро мне настанет конец. Есть чем для меня, а то все разобрали. Я вообще ничего не брал, я с этим мужиком разговаривал. Да это вот я тебе сверху хотел отдать, кто бежал. Да. А, он уже способностей. А, оборонительные способности дает. Вот это можете посмотреть, если надо. Я не знаю, что он дает. Ну, у меня восстановление пещера. Энергии, жизнь мне больше нравится. Так. Тебе отдать? Тут... Венок с квестом. Давай, чей это? Да, держи. Там тоже энергия всякая. Сопротивление молодости. Если кому-то нужно легкий, вот здесь броня, например, если кому надо. Они постоянно тянутся и огрызаются друг на друга. Больше ничего. Я бы взял.
Ну это опять энергия восстановления, блин. Что такое? Что энергия, 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 блядь. А, пофигу. Энергия-то хорошо. А что теперь-то не понял? Все, зачистили, болтали, вышли. Получено. Повелители твари кольцо, 300 единиц опыта. Кто-нибудь получил повелители твари кольцо? Да. Что за дело? Ну, мы, кстати, квест пастуха все еще и не выполнили. А, нет, выполнили. Это он и был, значит. Угу. Чудовище разбойники выполнено. Теперь у нас опять основные... Фонтан воскрешения. Дали кольцо физической силы. Кто его себе забрал? А вы где? Куда делись-то? У меня защитное кольцо физической силы, и у меня есть повелители твари кольца. Что это такое? Что за кольцо? Прочитай хоть. Какое? Повелители твари кольца, блин, награда-то за квест. Повелители творения кольца, плюс 5% здоровью. 8 единиц урона здоровью. Вот тебе, да. Блин, на уйти, на полети. Ой, гарпи. 5-й уровень, нихуя ща. Вот мы все раньше рано пришли. Это мы прям такие смелые, да? Куда нам идти-то? Да хуй. Молниями фигачит. Кто? Не знаю. А? Груда костей. Ты. А, это мой посох новый. А чё в груди костей? Ой, энергия, 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 блин. Чё для лучника-то будет хоть что-нибудь, нет? Ну ты энергию, наверное, тоже тратишь на эти-то. Да нет у меня пока ничего, блин. Ты умения разве себе не прокачал никакие? Да у меня все три умения стартовых, все пассивки, блин. Лучник сосёт, блин. Как Аквамен. Воду, рыбью. Убей! Стоит на месте. Ну, пошли налево пока. Вдоль левой стеночки или не хотите? Там же в тупик нет? Тупик. А все равно пошли вдоль левой стеночки. Классика. Здесь лагерь. Классика диаблоидов. Идешь сначала по одной стенке, потом по другой. Да, кстати, карту тут не генерируем, это все можно исследовать спокойно. Ну, чувака какого-то освободили. Чего дрожишь, старч? Одному мне пришлось бы тяжело. Слава Гермесу, что он... Вот. Не показалось. 1500 опыта. Точнее, 1500. А, 4500 золота. Сбивать то, что над ними эти восклицательные знаки остаются серыми. Если ты привык, что если ты все выполнено, то все как бы. А там ничего нет? Ага. А ну что, просто положите прямо, то есть линейная игра? Да, дислокации не особенно большие. Блин, кабаны мощные такие. Ага. Прям третий годик вспоминается. Ничего не стреляешь, что ли? Лоу-лап. И это кабаны второго уровня. Надо так, прокачаться. Кто слил на кабан? Ах ты за... Как ты умудряешься быстрее нас? Да потому что пока я, пока, меня стр... пока я выстрелю, пока у меня стрела долетает до точки, Харн уже убивает, блин, противник. Идите ко мне. Тут вон. Чищебная ворона ворожая. Я сейчас помогу. О, какая-то уникальная птица, что ли? Угу. Ворожая какая-то. И... Чтоб с ней нихуя не выпало. Разговоров-то был.
Написано, что уникальное. О, сундук. Чего там? Зелье маны. Ой, зараза. И золото. Баклер хочу взять. Баклер, не могу баклер взять. Мне на базу надо. Зачем? Нефта нет. Пошли дальше. Тут вроде вот сейчас база. О, тут этот, то фонтан воскрешения. Кому не надо побухать? Нет. И вон чувак какой-то стоит. Пожалуйста, квест. Помоги мне. Странная болезнь поразила жителей Тигеи, и меня отправили за лекарство. Оно у меня в повозке. Но сатиры... А, ну я на базу. Ой, а я скелетов не нашел. И сундук. Ага, так я его не пробиваю, блин. Дима, танкуй. Ага, сейчас. О, ёпта, за ногу, пока. Сундук твой. Забирай. Это правильно, это правильно. За бабой, все за бабой, все за бабой. Мужик никак. Да куда ты, дура, бежишь? Иди отсюда. Куда ты стреляешь? Зачем тебе кто погреть? Я думал, там страшники, но я ошибалась. Да куда, блин, да куда ты стреляешь, балбисина? Дима, отстреливай, пока я их отвлекаю. Ну бегай по кругу, я вроде стреляю в кого надо. Где? Да как тебе сказать, у нас тут шоу Банихила, блин. Кстати, за это шоу я получил уровень. А, я, так, кстати, ты... тоже. Ты говорил, что сундук мой, так что, блин, его уже Карн обобрал. Ну, тут на жизненную силу защита. Видишь, Дим, пока мы убивали врагов, Карн обобрал сундук. В смысле? То есть то, что я убивал? Кто ж ё? Синий нежить. Меня сейчас обычные... Ну все, я помер. Чётки какие-то. Да, теперь у меня будет Банихил. А как вы эти способности расставили? Правок на камышке на вот этот пустой человек нажми. Ага. И где ты там орёшь? Тут синяя нежить. Отойдите от него, отойдите от него, видите? Убил, убил, да я убил, убил, нормально. Пошли налево, чувак. Все. Хилку, я же не зря попал хилки себе. У меня еще 9 штук. Лич разупокоенный 7 уровня. Кстати, о, легкая мантия жизни. Могила игрока сэра. Это кто у нас сэр? А-а. Я. Да фигли ты стоишь на месте. А-а-а. Точно, здесь этот опыт теряется, как когда помираешь. И часть опыта можно забрать, когда. Ай, блять, а че это я? Понял, что ли? Да, что-то затупил, блин. Не забудь подобрать свой этот. Да. Чтобы часть опыта хотя бы вернуть. Тьфу, ёпану мать. Затуп, протупил, короче говоря. У меня так, 2 хилки осталось. Похороните меня, пожалуйста, я уровень себе подниму. Так, я приди, бьюсь, они на меня согрелись. Да, это верно. Блин, найдете как скинуть умение, скажите? Я у меня на кнопочках. Вот взял. Нет, я имею в виду скинуть, перераспределить, чтобы. Все, хилки закончились. Блять, тут со стрелами полная жопа. Стреляешь в кого-нибудь, понимаешь, стрела летит не туда, о, куда я надо. Я заберу хилочку, мне тоже закончилось. Да, бери. Да, у меня вообще 0 хил. Я тоже был 0. Чё, опа.
Тут, клад... тут кладбище было или вы сейчас устроили? Устроили мы сейчас. И уже успели на группе. Да. Я так понял, что нам вот сюда. Там мост был или не мост? Опа. Мана и золото. Бери. Золото заберите. Взял. Ману это хилки. Здоровье сна. Ну это Кайна уже нет, говорит. Так, вот это умение мне больше нравится. Так, как делал вообще? Мы право пошли защищать все здесь. А, право-то я и пропустил. Нихера себе, тут шестой уровень. Хуя! Танкуй, куда ты бежал, дебил? Умник, блин. Подождите, мне я тоже хочу. Ого, кто это? Кузьмище это кидает, походу. Я. Я вот добил. Ну ты добил. Баклер. Вернитесь к этому мужику-то, задание. Да, задание здесь. А, так это тот самый сатир. Думаю, мне нужно поспешить. Вот, это тебе за помощь. Ты не можешь это нести? Да, хилки дал. Дайте-ка домой, дедусь быстренько. Иди сюда, здесь золотой карман до конца продай. Да я уж и так перегружен. Как это все заберу через тогда? Что ли? Через карту или как? Под мини-картой есть вот этот кнопочка портала. Нет, я нажал, а что дальше с ней делать? Выбираешь ну, город фиолетовый. Ага, все. Там можно выбирать и этот чужие, так скажем, порталы. О, а тут еще Никс пастух. О, да, поговорим. У него опять квест, что ли? Ага. Или он, или это заканчивается? Чтобы сдать. А, мы же не сдали ему. Ну. Нет, он просто сказал спасибо. Да. Тебе нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Купи здесь то, что тебе нужно. Спасибо, в карман не положишь. Так, мне нужны хилки. Где у него хилки? Ни на чё, денег не хватает. 10, что было. Жесть какая-то. А как здесь обмениваться между персонажами? Интересно, можно? Как-то о! Можно. Стой, у меня сколько денег? Не дам. Нет, сколько у тебя денег? 5700. А Кань? Фигаси, 3300. У меня тоже 3200. Здесь можно по это слева нажимаешь, торговля, чат изгнать. Посмотрите. Ну, по твоим персонажам наши ники написаны. А, право это мой. Точно, торговля. Возможно, можно золото обменивать, в случае чего. Я в жизни такого не видела. Идем? Сейчас, дай-ка я хил к себе куплю. Если сидишь, что купил, кайфую. Это очень древние старики. Я тут эти желтые треугольнички ромбики закрываю. А, болту болтовню? Да. 30 хилок. На все деньги. Так, ну я куда-то вернулся. А я так понял, эти портал бесконечный, что ли? Нет. Возвращаешься, пропадает. Нет, я понял. Ну, в смысле, что... А, упать не надо. А, да. Ой, нифига себе, он лечит.
А, это вы тут деретесь. Создает портал. А сущность. Где? Подожди, ты говоришь покупать, а где они отмечены, сколько их осталось? Нет, нет, нет. Открывать, когда в город придешь, активировать. А, в этом. Была, тут была какая-то сущность Архимеда, кто ее подобрал? По-моему, Харн. О! Ты защитное кольцо. Ох ты, иди сюда. Тут какая-то прикольная драка. Защитное кольцо, это кому-нибудь из вас, наверное. Алло, у меня что-то дискорд вылетел. Какое-то чистое перо там. А, это вставляется, видимо. Чистое перо. С их помощью можно улучшить доспех любого вида. 4% сопротивления яду даст. Что-то они ничего не говорят. Ой, у меня, кажется, тут такая штука есть. Чистое перо-то? Нет, кольцо на силу. О, спасибо. Я тогда могу вам отдать на ХП, если хотите. А давай. Чё? Мне не надо. Я выкинул. Че, пошли наверх? Или пошли влево? Давай, здесь слева, наверх. Так, слева или наверх? Энергетические снадобья. Нет, заживляющие. Так, надо лагерь зачистить. Чем мы пробегаем мимо него? Ну, не знаю, идем как-то по левой стороне. Ты сюда иди. Эй, сюда иди. Смеешься, что ли? Здесь народу до ядрения. Отступай! Отступай! Да, нет, не отступай. Деремся. Я дерусь. Я просто, чтобы там в толпе не стоять. Маги меня бить. Магов поубили. Тут же с вами я. О, лап. Сатир. Куда ты? Хиллера его... валите. Привязал. Валить хиллера. Есть. Да я тут с магом сражаюсь. Все. Победил. Ну подбирай ты все золото в одиночку. Тебе надо что ли? Мне да, на хилки нужны. Взял все золото в одно лицо, собрал. Копье. Фига себе, можно копьем драться. Можно. Прикольно. Интересно, с щитом можно? О, щит копье! Поставлю фильтр на все волшебные. Чтобы собирать их. Черт. Чего меня тормозит-то все? Не знаю. Мне нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Что лучше, копье или топор чисто? Копье — это моя тема. Да? У меня отдельно прям фишка есть про копье. Я понял. Нет, не подбирай, это моя вещь. Выкинь ее. Я... Брось каку. Я фильтр добычи пытаюсь понять. А, что, быстренько ты в город хочешь, что ж? Да, я уже. Тай-та-та-ра-та-рам. Та-та-рам. Та-та-ра-там. Ну и какой там фильтр работает? И черт его знает он. Что в Гримдаун, что здесь мы такие странные. Нет, в Гримдауне у меня получалось настраивать. Здесь я пока еще даже не пытался. Быстрое заклинание, ТСК камер. Вот здесь заблокировать сбор предметов. Черт его знает. А, пофиг. А. Хилки, 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 хилки. Купил. Осталось 2000 золота. О, мужики стоят какие-то. И восстановление есть, кстати. Армия спартанцев.
Я топаюсь обратно. О, армия спартанцев, ты встретишь дальше по дороге. Они разбили там военный лагерь. Ну это ты убежал, мы только торгуем, пока тут бегаем, подожди. Так это же этот, как его, ну, как он называется-то, господи, ромбик. Ага, торгует он, блин. Сказочник. Если я только что пришел. Да, конечно. Что там ромбик? Что ромбик? Где ромбик? Да, или около моста туда? Стоит ромбик. Подожди, может, здесь сначала закроем? Давай, давай, просто камень. Что он делает, я не знаю. Не знаю, молчит. Я пытаюсь с этим разобраться. Что-то какой-то далеко убежали. Мы обратно, ну мы кругаля тут даем по карте. О, уровень наконец-то. А я еще же не качался. Точно. А сил что дает? Физический урон. Вот вопрос, а у лука какой урон? А, сила, ловкость. Значит, сила тоже имеет смысл, да? Ладно, окей, качнем немножко. Сила. Тьфу ты, блин, что ты орешь? Я чуть не обосрался. Тебе почему чуть? Собачка носик показала. Упс, 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 упс. Пацаны, пацаны. Вообще-то я тут качаюсь, алло. Можно чуть-чуть это? Там кольцо какое-то защитное. А, кольцо ловкости от меня. Сопротивление молнии, защитное кольцо. Можете немножко это, ну или хотя бы ко мне никого не приводить? А где кольцо-то? А, вот оно. Еще раз. Погодите, я, пожалуйста. Меткость. Ага. Лекарственные. О, квест. На эту пещеру, походу. Я пока не беру. Я тоже. Давай подождем, Дим. Все, иду. Готов. А чё? Квест тут. Тут еще ребят какие стоят. Ты туда пошел зачем-то к ребятам? За замкнуть? Локацию. Пацаны, вообще, ребят. Ага. Я знаю, что здесь опасно, но я не могу пойти домой. Блин, у вас лагает, у меня лагает. Не, нормально все. Нет, нормально. Так, я кольцо замкнется. Карта. А, нет, там еще один проходик, который мы не были. Сверху вот здесь. Дофига чего, где мы не были. Назад. Вот сейчас ходим наверх. Подожди, давай назад немножко вернемся. Так у меня там все закрыто. Подожди. А вот это вот, я не понимаю. Вот здесь вот что? Вот мы сюда и пришли как раз. А, просто идем. Ну. Вот тут чувак на кабане. Ура! Я теперь тоже 5 уровня. Я что-то прям сильно от вас отстаю. Еще дайте, не будет, что? Дайте я прокачаюсь. Сейчас, пока. Ждем. Стою рядом, жду. Уровень 5. Бедные овечки, никто нас не пасет. Я не знаю, я просто пока на шар качаюсь. Да я тоже, честно говоря, не очень понятно. Че тут куда? Так, где вы? А, пошлите в пещеру тогда. Кан, ты в пещере, что ли, уже? Да, вот внутри. Никого ни с кем не дрался, просто стоял.
Да, управление немножко кривовато. Ну да. Что-то не бьешь, он стоит просто и смотрит. У меня-то вроде дерешься. О, тут мужик какой-то. Он уже физической силой. Я зачем подобрал легкое? Берите, пожалуйста. О, это фиолетовый какой-то. Держи его на одном месте, чтобы я в него кинул. Какой-то... А, трежели. О, кого-то квестовый, наверное. Легкий понож физической силы возьмите. Кто-то не мне, легкий же. Так, кто квестовый жерели не взял? Ой, слушай, я взял один. Лук. Я не взял. Ух ты. Какой-то прикольный лук. Да, хорошо. Лук. Какой лук? Сколько урона? Иссушающий. Сколько урона? Урона у меня 6.23. А, хорошо. Наверное. Да, пошли сдавать, действительно. Мы бедные. Никто нас не спасет. Три ожерелья. У меня такое чувство, что есть кооператив прикручен уже после. Ожерелье! Сущность зеркала. Да, мне дали сущность. Тоже дали зеркало Архимеда. 4 шанса, процент 100 отражения урона. Интересно. Насколько я помню, на что вешается? Нажимаешь на них и улучшаешь. Понятно, на что вешается? Амулет или кольцо у меня? Сопротивление физическому. А где написано? Амулет или кольцо? С помощью реликвии можно улучшить амулет или кольцо. Желтым выделить на ней. Сделать щиты более крепким, это на щит. Один из пяти. А, ну это еще надо собрать. 5 штук. Ну что, пошли в УР. А, их что, собирать надо? Ё. А ты думал. У меня есть два, но они не объединены. Как их объединить? А, во. 2 из 3, все. Так, ну здесь, похоже, все реально. Через мост теперь? Ну да. Вроде бы. Мужик что-то хочет сказать. А, нет, уже говорил. Погоди, стоп. Макс отстал. Тут есть внизу что-нибудь интересное? А, там мы были, да? Не, мы там везде уже были. А, налево, вот. Сортировки сундука не хватает. У меня, кстати, эта сеть, помимо всего прочего, уменьшает оборонительную способность на минус 300. А, это твоя сеть? Да, да, это моя. Я же говорил. То есть она дебафает. О, 9-й, нихера себе. Я тут думал, почему так больно? О, какой-то этот скелет и какой-то. Нам пизда. Карм, ты не убегай, ты же танк. Да, танк, ты должен терпеть. У меня 5-й уровень, 9-й, да. А, легкие ученические поножи. Это кто там? Видишь, как я? Я. Клево. Инвентарь полон. Да, так главное их это в одну кучку собирай. Ты не можешь это нести. Так, ну-ка, как хотите, мне надо посмотреть, что тут наворовал. Никому не нужно 6 сопротивления огню. Кольцо, что ли? Да. Нет, четки. И не подбирай все так быстро. На земле рассмотрим. Посох энергии прочный. Так. Лежит. Ну как хотите. Желтый. Я домой.
Мы тут это нарвались. Иди помогай нам. Да, да, сейчас продамся и помогу. Ладно, давай его здесь подождем. А тут скелет. Давай все подберем. Там внизу посох подбери, желтый, тебе не нужен что? Где? Покажи его. С того сундука. Вот он здесь. Вот он, вот он. Где на нем? У меня все еще проблемы с этим, с отображением. Давай тоже ты на базу вернусь, продамся. Ладно. У меня кольцо плюс 8 единиц ловкости. Цена продажи 1489. У чувака кольцо ловкости плюс 7 единиц ловкости. Цена покупки 14890. Просто 10-кратная цена, блядь. Хуевшая тварь, а. Всего хорошего. Но с золотом уже не так все печально. Говорит за себя. У меня 754, Дим. Ты его подбираешь. Сам. Не подбираю, я подбираю белые вещи, которые после вас остаются, и продаю их. Вы, блин, бежите, ничего не подбираете ни хрена. Я подбираю, мне карманы переполнены не бывают. Так продавай, как только переполнен. Чё-то... Я зелье покупаю, хилки постоянно, в очень большом количестве. Ну вот, погоди, что-то мы убежали опять. Ладно, я пойду обратно. Ну что там? В обратно. Вот я опять перегружен. А ты там что, дерешься, что ли? Да. Я стою внизу, вас жду. А что, куда-то идти можно, потому что тупик вроде? А в алтарь мастерства. Как понять, пассивное и активное умение? Что не напишено? Или квадратики это активные, кружки это пассивные? Я тоже так понимаю. Ну там, где есть расход энергии, те активные. Это опасно. Купи здесь то, что тебе на базу, чтобы кто-то пошел. Да, я. Тут куча скелетов. Это плохо. Надеюсь, иду. Мы еще увидимся. Куча скелетов. Ой, не туда. Чужой квартал, что ли? Теперь я на базу. Блин. Вы подбираете все, что это, что ли? Да, все серое. Все белое. Зачем? Чтобы продавать, чтобы купить деньги, чтобы купить себе хилок. Опа, вот сейчас у меня подвисло. У меня вообще подвисает просто этот. Зачем подвис? Главное, жалуюсь, что у тебя денег нету при этом. Зачем вы это подбираете? Вроде нажимаю на свой портал, в итоге оказывается не мой портал. Ага. Бесит, да? Там же подписано.
Дмитрий стоит что-то. Цена продажи 2 монеты, да? Да. 1 монета, 2 монеты, 3. Ну вы крохоборы, конечно. Я случайно пришел. Я же нажал хилку. А, у меня хилка не на той кнопке. Ну я стою, жду. Тебя тут. А, где я вот-то помер? Ко мне иди. Смысла продавать серые нет по 1-2 монеты. Офигеть, конечно. А здесь больше нет ничего в этом закутке, да? Ну, пиздюлей. Мы там уже надавали. Блин, почему ты бегаешь туда? Ступать на хилках, хапа нет. Ой, так, но у некромата вроде того. Ну, деньги лежат. Бью его, не бью, хрен поймешь. Да вот да. Ты не можешь поднять больше. Инвентарь полон. Инвентарь не можешь полон. Это не желтый подобрали. Шлем 12 защиты. На, кстати, свой. Возьмите, кто кому там. Забери шлем. Я сейчас. На без продать все. 5 интеллекта, для него необходима сила. Ну, офигеть, конечно. Ну, чтобы носить такой тяжелый шлем, нужна сила. Куча скелетов, а я просто этот. Тебе нужно. Сильно лагаю. Так куда вы вообще убежали? На базу. Ты говоришь, одна продав... монетка. 40, продав... 60, 90, блин. Это за серую, что ли? Да. Ага. Ну тут цена топорик... продажа, там 2 монеты написано. Цена серии. Продаж 92. Цена значит, продаж тут. Это серые значит, вещи. Это... 83. Так, вот нож я подобрал. Цена. А, надеюсь, не посмотрю сейчас. Потом. Я погодите, я немножко тут затарюсь. Чуть-чуть. Да уж. Чуть-чуть. Чуть ей некуда. А мобы тут не рисуются, да? Может просто перезагрузки? Как в Диабло. Пока бегаешь, никого нет. Так, а вы куда убежали? Вы где сейчас? Чуть-чуть. Прямо. А, я вас не вижу. Зелененький на карте, там на мини-карте. Ага, все. Кругушки. А вот я сейчас убью вот. Думаешь? В этой игре такового агро нет. Вроде пока что. Какая-то груда костей. Есть там что полезное для лучших? Золото. Не, золото нахер. Жалеешь, сейчас надо бери. Это ты бери. Да. Ты у нас больше всех в упор огребаешь. Че, это тупик? Черт возьми, че посмотрим. Ну, я тут что-то нашел. Мы карту доизучаем. Подожди, да, это тупик, Кузьмич. Сейчас, секундочку. Мы там были, там тупик. Да, я... Это у меня после гримдауна такой момент, что в такие вещи места заглядывать там, потому что было определенно... И был это, квест скрытый, который, чтобы найти, нужно было определенную стенку тыкнуться в определенный момент. Она перед тобой просто открывалась и, соответственно, ты такой, опа, скрытый квестик. Причем довольно полезный квест, надо признать. Золото забирайте. Ну и мы деремся. Сатир тут меня пиздит. Да, кошмар какой. Они убежали. Кольцо энергии. Ну это Максу. Энергетическое снадобье Максу возьмешь? Ну? Мало, две малые бутыли тут лежат. Да я свое-то потратить не могу. Ну нет, они вообще нафиг не сдались. Вот лагерь. По крайней мере, пока что. Спартанский лагерь. Ты не можешь поднять боль, ты не можешь это нести. Вот, видимо, нам
Ты не можешь поднять больше. Ну, куда-то сюда. Новый лагерь. Давайте сразу портал тут откроем. Он справа. Генерал Леонид? Он здесь. Но он не разговаривает с незнакомцами, явившимися без приглашения. Что это за энергия нарисована? Что это? Чтобы создать артефакт, положить магическую формулу на алтарь. Понятно. А мне нужен чувак, который сбрасывает очки и умений. Торговца здесь нет, да, я так понимаю? Чёрт его знает. Есть только задание. Может, здесь задание. Найдите мне чувака, который сбрасывает очки. Его здесь нет. Я пока в город. Торговцу сбегу. А может, в первом городе он? Ну, вот. Нет, нет. У него другой значок. Какой? Я не помню. Взял задание, что ли? Да. Победите кентавра Месса. Стой. Гражданским лицам не о чем разговаривать с генералом Леонидом. Особенно сейчас, когда он назначен военным консулом. Время 12. Но... Почему играть? Ну, можно здесь остановиться, в принципе. Лагерь только до это, до обследовать до конца. Все задания взять и в следующий раз продолжить. Завтра, например. Или да, окей. Там, чё, тоже это меня просто еще вагает с какого-то перепуга. О, я нашел чувака с двумя мечами. Че дает? А, кузнец. Кузнец не может никуда. А, это торговец? Ёлки-палки. Да, да. А, мы туда бегали. Тут два разных торговца. Один тот торговец магический, второй этот. Ага. Прикольно. О, внизу еще квесты дают. Посмотрим? Спасибо. Да, да. А, вот магический. Ну, пока... Знахарь Фахалий. Мне пока лучше, лучше, лучше. По оружию что у тебя? Пойдет, пока мне получше. Мне дали квест на поиск Гиппия. Какого взяли-то квест? Где квест взяли? А вон внизу, чуть справа наверх, я так понимаю, да? А, вон Макс. Внизу справа наверх. Внизу справа наверх, да. Так, есть ли тут еще какие-нибудь торговцы? Точнее, чувак, который перераспределяет очки умений. Вроде бы нет. Ну, по логике, здесь бы должен быть отдельный зелье-торговец. Но что-то я тут такого не вижу. Какой у вас уровень? У меня вот пятый. Шестой? Шестой. Нет, там же написано, у меня пятый. А, ну что, блин. Так, ладно, здесь два квеста и... Ну, давайте тут торговцы. Давайте тут остановимся, чё. Все тогда. Хорошо. Ох, ну что, вроде неплохо получилось для первого раза.